Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, и сегодня мы уже не выдержали обкатывать его на стенде и решили мотор поставить на стелу. В общем-то, мой лучший друг и по совместительству Стих Роман сейчас произведет его запуск. Глушилку, да, отключил? А ну, и свет работает, да? Все-таки грелка работает. Ну, не будем выкатывать драгоценное топливо, тем более мы сейчас пока не можем его себе позволить. Последнее. В общем, аппарат работает. Единственный минус. Забыл я дома тросик газа, когда перебирал мотор. И, в общем-то, обкаточная вот эта вот струна осталась еще на нем. Ну, я думаю, скоро мы заберем его, будем доводить дальше, обкатывать уже, как говорится, в боевых условиях. И готовиться дальше к стелла челленджу. Спасибо всем за внимание. Передай всем привет. И пока. И пока. Подписывайтесь. Пока.